Всем привет, дорогие друзья, с вами Алекс Фреш и Механик. Всем привет, ребят. Мы продолжаем играть в The Crew 2, и сегодня у нас снова городской камуфляж. Да. Да. Короче, город у нас сегодня будет больше того, который был. Salt Lake City. Он больше, но учитывая по прошлой серии, мне кажется, что мы тут справимся. Ну, попробуем. А перед началом ролика рекомендую посетить мой магазин игр Alex Store. В ассортименте найдется большой выбор игровых ключей и аккаунтов, постоянные акции, подарки и раздачи. Все это и многое другое в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Глянь, ярко-красный форт едет. Трафик. Ярко-оранжевый. Да. И синий его. Короче, разъезжаемся. Что, уже разъехался? Ты уже уехал? Не, поехал, ты тоже уезжай, потому что ты там стоишь на месте себе. Ну, может, я забронировал это место. О, ну такое тоже, в принципе, может быть. Такое может быть. Запломбировал, забронировал. Так. Где ты есть? Так. А ты уже ездишь? Да, ты. Ну да. Какого хрена ты стреляешь? Как громко. Я стреляю? Ну выхлоп стреляет. Тра-та-та-та-та! Только сброс передачи, сразу бах! Бах! Серьезно? Это да. Прикольно. Ну, так естественно. 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 Привет. Здрасте. Как ты нашел меня так быстро? Не знаю, поехал примерно туда, где ты стоял, этот при смене. А потом раз увидел и слышу за поворотом. Машина заехала, и слышно. Поехал этот гольфец. Да, ну все, я поехал менять тачку. Что-то слишком быстро, я как-то даже не успел напрячься. Так ты это, получается, даже не менял. Ну, я подумал, что так пойдет. Я думал, что менял, да? Нет, я думал, что, ну, типа, и так нормально. А, ну окей. Ну, ладно. Ты, значит, на Мерседесе гоняешь, на белом. А, ты тоже поменяешь сейчас, блин. А кто знает? Мерседес уже ищу. То есть ты меня услышал тупо? Да. Не, как сказать, я увидел, а по звуку убедился, что это ты. Вроде даже и на газ ты не жал. Но, кстати, гольфец достаточно тихая тачка. Да, беспалевная такая. Мерседес тоже, кстати, очень тихий. Электрический, наверное? Да не, вроде бы. Не? Вроде не. Ну, мало ли, как бы, ну, смысл в чем? Сейчас, сам знаешь, с этих электрических машин полно, все гоняются, ну, на электрических машинах-то. А прикинь, если были электрические, это жопа. Электрические жопы, если бы были? А почему здесь эти фургоны какие-то, вот эти минивены, они тоже летают как невменяемые? А здесь много кто ездит, ну, типа, неосторожно. Так сказать, быстро. Так сказать, да. Так сказать, неаккуратно, я бы даже сказал. Помчал собака. Ha ha.
Что мне делать? Я смотрю, что-то лупоглазое едет. Думаю, это 100% Фиат. Это ты был, да? Нет. Нет? А кого я сваливал тогда? Не знаю. Может, еще кто-то здесь? А, кстати, сказать, когда мы этот, в прошлой серии снимали, там подписчик где-то был. Прикинь, если бы он тоже там катался, вот это был бы прикол. Тупо он ездит, ты такой к нему такой раз, здорово. Я такой, в смысле? Это было бы интересно, конечно. Ой, ё-моё. Ты чё? А, это не ты? Лол. Чё, ты где-то думал, что это я, это не я? Да. Прикольчик. В смысле, я попал в тебя, алло? Попал? Да, искры полетели. А у меня на экране нет. Попал, да? Вот ну, собака. На Альфа-Ромеуке своей. Значит, это ты все-таки был тогда. На красный пролетел там перекресток. А ты был на Фиате? Нет, я вот на этом был. На этом? На Реге был, да. А мне показалось, что это какой-то Фиат издалека. Я смотрю, лупатая какая-то тачка. Издалека было как Фиат. Может, это другая была? Я заметил тебя на перекрестке. А я просто понял. Просто как невменяемый прошел там километров 120, наверное. А я вот так вот еду, понял, едет навстречу красный комар. И я такой, опа. Такой посмотрел, а он за мной не поехал. Я такой, в смысле? Капец. Так, это уже два раза. А я еду за тобой. И бах, ну типа ты пролетаешь, я пытаюсь тебя догнать, не могу догнать и просто теряю тебя. Начинаю ездить здесь кругами вот в этом районе. И просто вижу светофор и тачка типа, одна останавливается, а вторая проезжает светофор. Я такой думаю, ну наверное это он. Ну типа я цвет-то увидел. А то есть, а может он был, например, кто-то типа из других кто-то людей, другой? Типа кто-то едет. А я увидел, я испугался, начал сваливать. Может быть, не знаю, ну... И потом пролетел где-то на палеве. Ну я вот красную тачку типа увидел, я, ну я не знаю, это... Ну это по-любому, мне кажется, ты был. Потому что других я вроде как не видел красных. Ну да. Ну не красных, а таких именно бордовых. Она вообще вытянутая у тебя такая. Сбоку именно. А я думал, что ты меня и в этот раз, типа, запалил и начал, ну, типа, угонять. Потому что ты, типа, на светофоре не затормозил, как трафик. Но я одну тачку запалил, начал сваливать. А тут запалил тебя, когда ты сзади ехал. Но я думаю, ну, может, ты не спалил. Я в поворот, и ты вылетаешь просто боком там за мной. Я тебя видел, не надо молчать. Я, по-моему, тоже. На черной тачке, на маленькой ты? А ты на большой черный? Как это вообще работает, типа, вы что, по кругу, что ли, гоняем? Как мы так, типа, по огромному городу и постоянно друг друга находим? Ну, я тебя по звуку услышал. И такой раз, кинул взгляд, Мерседес. Мерседес? МЛ-ка или как она там? Чё там за Мерседес? Ну, короче, тот, который. ГЛЕ. ГЛЕ, да. Или это ГЛЦ, я не знаю даже. Ну, короче, вот что-то такое. Да ты задрал. Вот как ты это делаешь? План капкан, блин. Я тачку еще пытаюсь не убивать. А ты именно дубасишь, столбы все сносишь. Нет, я аккуратненько еду. А, ты имеешь в виду, когда уходишь? Да. Блин, я не могу тебя догнать. Мерседес не тянет так. То Мерседес? Да. Мне вот сейчас, когда ты ехал, мне показалось, что это уже X5.
У меня нет вообще экспертного. Блин, да куда ты? Остановись, я дам тебе в жопу и все. Давай! Черт, где ты? Ни хрена я там проскочил. Снег. Блин, где ты? Это ты или не ты? Черт, я тебя потерял, по-моему, ну-ка. А, вон ты! Стой, блин, зараза, уходишь? Я в пол жму. Так, и куда ты делся? А, вон ты. В смысле? Да ты задрал! Подожди, это ты или не ты? А, блин, это не ты! Я не за тобой гнался, лол! В смысле? Я не понял. Подожди, вот мы тогда встретились, это ты был? Или не ты? Ну, когда за мной тачка гонялась. То ли X, то ли Мерс, да. А как так? Я типа догнал, и это не ты оказался. Не знаю. Чё за лол вообще? Как это работает? Не знаю, не знаю. Блин, сейчас вообще палево, типа, по следам. Да иди в жопу! Ты выследил меня по следам, что ли? Да. Или как так? Типа, я за тобой гнался, ты за мной поехал? Следы тебя спалили, я просто еду, оказывается, я за тобой катаюсь. Тупо по следам. Дяденька, отстаньте. Блин, ну от следов бак. Уже... Ай! Следы сильно спалили, я бы так не понял, что это... А ну, короче, когда ты едешь, оно с виду то BMW, то Mercedes, кажется. Слушай, ну реально уже три раза нашли, а так быстро, да? Да. И город, причем огромный. Ну, следы жестко, походу, палят. А ну, проедь, я посмотрю, вообще видно их. Следы палят очень сильно. Их пипец, как видно. Ну, смотри. Ага. Ну, то есть, да, 100%. Жесть. А как ты тут меня это услышал, да? А? Услышал меня, да? Да, услышал сзади. Посмотрел назад, вижу, летит. А я по следам такой, за тобой, иди сюда. А я, получается, значит, я тебя потерял где-то? Потому что я еду, типа, увидел тачку, ее бахаю взад, а она стоит. Такую же, да, черную? Черная, но другая, не Камара была. Капец. А я просто давай по дворам туда-сюда, влево-вправо, туда везде уходить, чтобы свалить от тебя, потому что ты именно сидел так плотно на хвосте, я уйти от тебя не мог. Ну, получилось жестко. Капец. Прикольчик. Ну что, я думаю, что на этом будем заканчивать. Да, получилась прикольная серия. Ну и плюс из-за снега мы ее не сможем полноценно продолжить. Да. Так что, народ, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на наши каналы, все ссылочки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фреш и Механик, и всем пока-пока. Всем пока.